В Ставрополе реконструируют водопровод и очистные сооружения на улице Ленина. Это улучшит подачу воды в растущих кварталах на юго-западе города. Вопросы развития водоснабжения в регионе обсудили на совещании, которое провел губернатор Владимир Владимиров. В планах у края несколько крупных проектов по строительству и модернизации коммунальной инфраструктуры. На эти цели Ставрополье получит дополнительную поддержку из федерального центра. Финансирование может составить до 11 миллиардов рублей. Также предполагается реконструкция очистных сооружений региона Кавказских минеральных вод. В ближайшее время определят и другие объекты для дальнейшей работы. В селе Краснокумском Георгиевского округа возведут школу на 775 мест. Как сообщили в региональном Минстрое, в трехэтажном здании будут просторная столовая, актовый зал, библиотека и два спортзала. Кроме того, в образовательном учреждении оборудуют мастерские по обработке дерева и металла. Строят объект в рамках краевой госпрограммы развития образования. В селе Елизаветинском отремонтировали дворец культуры. Как сообщили в администрации Благодарнинского округа, там обновили фасад здания, восстановили лепку и нанесли декоративную штукатурку. В кабинетах и коридоре сделали навесной потолок, а на полу уложили керамическую плитку. Работы прошли благодаря губернаторской программе поддержки местных инициатив. В Минеральных водах завершился капитальный ремонт городской поликлиники на улице Энгельса. Как сообщили в управлении по информполитике правительства региона, специалисты обновили коммуникации и вентиляцию, оборудовали уютный холл и зону ожидания. Работы велись в рамках госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения. В Туркменском округе продолжается ремонт участка трассы Владимировка-Мирная. Как сообщили в пресс-службе регионального Миндора, в общей сложности приведут в порядок 8 километров проезжей части. На отрезке обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и расставят знаки. Работы проходят по краевой госпрограмме развития транспортной системы.